Дорогие друзья, здравствуйте! Ну что, вот и подошел самый сильный конкурс Grand Final Art к концу. Все мы его ждали, конца этого конкурса, и все мы хотим услышать результаты. Кто же победил? Дорогие друзья, вы знаете, мы думали, что выберем всего 3 победителя. Но вы знаете, все получилось намного не так, как мы планировали. Сезон был необычайно сильным, ведь участвовали в этом конкурсе самые сильные, лучшие из лучших, можно так сказать. И это оказалось непростой задачей, поэтому было принято дать гран-при нескольким участникам. Номинации «Живопись взрослая», «Живопись дети» и «Графика». Поэтому вы готовы услышать, кто у нас победил? Таким образом, гран-при «Графика» получает Алексей Сергеев, Россия. Я вас поздравляю. «Живопись» разделили между собой. Это дети. Корнишин Богдан и Камила Шарифилина, Россия. Замечательные дети, замечательный Богдан. Богдан, ты рисуешь очень красиво, особенно нарисовать море. Ты будущий Айвазовский, может быть, даже лучше. Гран-при «Живопись» среди взрослых получает максимальные баллы от всех членов жюри. Единогласно получает Антон Перепелица и Анна Чечерина. Украина. Оба. И кого бы мы хотели отметить, друзья? Конечно, отметить хотелось бы всех. И сказать еще раз, что вы все огромные таланты. Но все-таки есть и еще художники, которые примут участие в коллективной выставке в Москве или в Киеве. Там, где вам будет удобно. Итак, озвучиваю имена. Инга Назебна. Я вас поздравляю. Надежда Мулик. Денис Мациевский. Поздравляю. Ольга Иванкина. Я вас тоже поздравляю. Янусова Екатерина. Я вас поздравляю. Валерий Горовец. Я вас тоже поздравляю, друзья. Не останавливайтесь. Идите только вперед, все. Вы достойны только самого лучшего. И, конечно, мы с вами встретимся в Италии. Надеюсь, что все получится в сентябре. И никакие вирусы нам не помешают. И на следующий год уже в Лондоне. Друзья, желаю вам крепкого здоровья, вам и вашим семьям. Ну и развивайте свой талант, развивайте свою культуру, друзья. Ну а с каждым из вас встретятся уже наши менеджеры, которые вам расскажут, как забрать награды, когда забрать награды. Это будет уже в начале сентября. Ну и вас с началом учебного года. Ваш любимый Golden Time Talent.